Автобус номер 26. Автобус номер 26. Баран успел в автобус влезть. Верблюд вошел, и волк, и вол. Гипопотам пыхтя вошел. Дельфин не мог вползти в вагон. Енот не может выйти вон. Жираф как дернет за звонок. Змею он принял за шнурок. Индюк спросил, который час? Козел сказал, не слышу вас. Лиса сказала, скоро 7. Медведь сказал, я вас всех съем. Навозный жук жужжит, боюсь. Орел сказал, а ты не трусь. Петух пропел, какой герой. Рысь проволчала, рот закрой. Свинья заспорила с ежом. Тюлень поссорился с моржом. Удав кольцом сдавил свинью. Фазан забился под скамью. Хорек за хвост, цыпленка хвать. Цыпленок бросился бежать. Червяк подумал, что за ним. Шмель прожужжал ему, бежим. Щегол уселся на окно. Выпь говорит, что ей темно. Ему сказал, закрыл он свет. Юрок и дрозд сказали, нет. Як промычал, пройдя вперед. Автобус дальше не пойдет. Прочтите сказку эту, дети. Расскажет весело она, какие звери есть на свете и как писать их имена. Когда в автобусе мы едем или в вагоне под землей, не будь ежом, не будь медведем, не будь удавом и свиньей.